Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, Клоун и Видеотекарь. Мы продолжаем играть в DBD. Очередная гадочка. Погнали. Надеюсь, во множественном, единичном, во всех числах, надеюсь, что карта будет нормальная. По причине того, что меня, если честно, Воронье гнездо уже просто задолбало. Ну, пойдет. Не самый лучший вариант, конечно, но и не самый плохой. Так. Один из фонаристов пускай умничает, а другие где? Ага. Успеваю, успеваю, я здесь успею. Нет, не успею. Да, это вам не на университет здесь летать. Это пиздец. На университет РПД халява. А здесь не. Здесь приходится работать. Видите, что со скоростью у Леона? Что это за пиздец? Объясните мне. Если это спринт, почему так долго? Почему меня не слепит? По рации передали, что это пати? Ну да. Против пати на РПД за клоуна. 33 удовольствия. Блин, хорош. Понятное дело, что я здесь даже минус один не сделаю. Что тупо невозможно. Ну, постараюсь.
Ага. И куда она улетела? Жаль, снимут до стадии. Да, до стадии. Шкаф даже не открывается. Что это за бред? Ой, наверняка ржач надо у срачки. Я ни разу не прав насчет поведения сорбов. Я ж когда называю их пидорасами, тварями и прочее, я ж ведь оцениваю именно поведение. Поведение у них именно пидорастичное. Им по кайфу, по кайфу. Аману надо потеть, стараться, работать, пыхтеть. Так, эту смени, да выкинь. Осколок. Удивительно. Самое время было бы подрубить осколок. Как же тут надо потеть, это просто пиздец. Вижу.
Хорош, но получилось красиво, мне нравится. О, нормально. Вот тебе я и зацеплю. Иду, иду, дружище, иду, иду, не торопись. А ёпта. Сюда, 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 сюда. Это что такое? Закрутил. Красава. Так, ну если Леон нормальный, он сразу пошел открывать. Ну блин, ну, затащит сейчас собака. Или ничего. Ну что это как не лайк, ребят? Ну так потеть в этих каточках, это просто ужас. Все ради вас. Ради нашего с вами удовольствия. Моего как игрока и вашего как зрителей. Фиг знает, где этот люк. Может, на улице заспаунился. Да надо было так вспотеть, а? Фитнес для клоуна. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Лайк, комментарий, подписка. С вами, как всегда, был Видеотекарь. Всем пока.